Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис. И что мы видим? Просто неожиданно для себя вдруг я на pole position. Я, конечно, понимаю, что здесь соперники собрались у меня не самые быстрые, потому что я видел время буквально на 6 десятых быстрее, 6 десятых быстрее. Мы сумели улучшить свое время, и у нас пол на этой трассе, и шанс на победу, не знаю, здесь очень тяжело это сделать. Из-за таких превходящих условий очень сложно сконцентрироваться, очень сложно выдержать без ошибки всю гонку, но вот таким образом мы... Так, ну что, тогда мы стартуем на мягкой резине, потому что сейчас скинуть после первого круга жесткий комплект, это потом застрянешь в трафике, и все пропало. Есть шанс, ребят, шанс. Это шанс. Ну, если не на победу, то на подиум. Ну, тут... Да. Разминаем. Разминаем. Так, ну... С пола это, конечно, да. Как бы не выбили меня, конечно, но это уже хоть что-то, ребят, хоть что-то. Есть, есть пол. А что это? Я думал, сейчас будут там какие-нибудь пятым, шестым опять. А тут пол, ну... Просто они не самые топ-сильные ребята подобрались. Поэтому у нас пол. Рад, мы будем стартовать не в повороте, как множество раз в повороте стартовали. Давайте. Собраться. Все, нужно отрешиться, сконцентрироваться и ехать. 760. Мы даже быстрее, ребята. Он, наверное, на этих, на жестком шинах. Угу. Пораньше. Я не знаю. Может быть, на жестких шинах он, конечно. Ребята, как ну, на жестких, не на жестких, там еще штрафы позади. Пока отрываемся. 4 круга, напомню, нам ехать. 4 круга. Угу. Лучше немножко прошел.
Так, вроде в пит он не заехал. Секунда. Внимательно. Рака. Просрал драгоценные секунды, врезался. V4, у него штраф, да? У него штраф. У него штраф. Прекрасно. Итальянец. V4, итальянец. Провалился. Так, еще четвертый круг. И внимательно. Ох, резина заплыла, а. Ух, как это было опасно, ребят, сейчас. Там, что с пистопами, я не знаю. Еще один круг. Ну, отрыв удается нам создавать. Шесть. Это довольно недурно. 4,5 секунды. Не просрать. Ха-ха-ха.
Так, едем в пит. Едем в пит. Едем в пит. Нормально. Я рискую. Я рискую. Просто жесть. Если он на мягкой резине, создавать отрыв. Ты что делаешь-то, а? Десяточка. Чего этого чувака не будет без стопа? Итальянец. 6 секунд. А сколько надо секунд-то? Внимательно. Секунд отрыв. Чего меня догоняет? Эй! Мне полсекунды отыгрывает, вы чё? Дорогой. Десятка у меня быстрее проехал.
Опять он сокращает, да ты подумай. Чё, чувак? Что с опережением? На жесткой резине, да? Нет, хватит ли мне отрыва, ребят? Не знаю. 4 десятки. С половиной секунд. Восемь. Так, поненько. 8.3. Вот здесь. Был британец, не догнал. В принципе, по идее, сейчас не ошибиться, мы должны вернуться лидером. Ух ты, там 1.4. Кто там такой выстреливающий? Что случилось с этим? 20 секунд преимущества. Главное не обосраться. Спокойно. Доезжаем. Спокойно. Едем очень спокойно, ребята, очень спокойно. Уж не ожидал, да? Кура какой-то. Опа. А, хорошо. Да, сейчас не лоханемся. Не лоханемся. Ура. Вот уж не ожидал я, ребята. Вот уж чего не ожидал. Мы сможем выиграть здесь.
Вот уж я не ожидал. Ну, прикольно, прикольно. А то все со штрафами. Все со штрафами. Вообще, все со штрафами. По 10 место и там еще 12. Хорошо, мы уехали. Сразу уехали. Папа Кура. Ант. С Британии. Угу. Тот на корвете лучший круг. Фига он влепил. После стрима, наверное. Так, а что там у нас дальше? Шведы, о, все еще едут, едут. Сидеют, все с штрафами. Нет, он это самое, финишировали вон, вышел этот. Немец вот этот на 14 месте, вот он провалился, 40 секунд, короче. А у нас есть победа. Ну, замечательно. Первый победа, кстати, на этой трассе, я здесь ни разу не выигрывал. Ни разу. Отлично. О, есть победа, есть лучшего круга, правда, нет? Да, 108-я победа. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.